О жарких происшествиях этого дня расскажет Владимир Королев. У него последняя информация от службы 101. Гибель на пожаре в Лепельском районе. Там погиб 68-летний мужчина. В деревне Черноуручье загорелась хозпостройка. К моменту прибытия пожарных расчетов из сарая валил густой дым. Внутри спасатели нашли бездыханное тело мужчины. В ходе разбирательства было установлено, что за день до трагедии погибший поссорился со своей сестрой и ушел спать в этот сарай. А утром женщина, увидев дым из постройки, вызвала пожарных. Сейчас причина возгорания устанавливается. Повоевать с огнем пришлось спасателям в столице. По улице Аршанской загорелся частный коттедж. На момент возгорания в доме никого не было. Дымящаяся постройка не на шутку напугала соседей, которые и вызвали бойцов МЧС. В результате пожара выгорели деревянные элементы дома, сильно поврежден чердак. Причина пожара установит специальная комиссия. Неспокойный вечер выдался для жильцов по улице Космонавтов. В Минске вечером их ждала эвакуация. Возгорание жилого дома случилось на первом этаже. В этой квартире живет неработающий минчанин. Из-за сильного задымления спасатели приняли решение вывести людей на улицу. В результате возгорания закопчена квартира, повреждено имущество. Предполагаемая версия – короткое замыкание розетки.